А сейчас к новостям из сферы образования и культуры. В этом году в Тверской области 11 класс оканчивают почти 5000 ребят. С 26 мая по 20 июня выпускников период сдачи единого госэкзамена, а затем поступление в вузы. В лидерах при выборе учебного заведения у абитуриентов уже много лет Тверской филиал Московского гуманитарно-экономического университета. Почему будущие студенты обращают внимание именно на этот вуз, выяснила наша съемочная группа. Сегодня Тверской филиал МГУ – это успешное и широко известное учебное заведение как в регионе, так и за его пределами. Здесь готовят юристов, специалистов в области экономики, менеджмента и психологии. Наши студенты трудоустраиваются от Калининграда до Дальнего Востока. Наши дети работают в управлении муниципальных образований, в управлении государственной власти Тверской области, в других субъектах Российской Федерации. Наши дети работают даже в правительстве Российской Федерации. И везде, я думаю, что работодатель доволен уровнем нашей подготовки. Для студентов в вузе есть компьютерные классы, библиотека с информационным центром, зал для импровизированных судебных заседаний, тренажерный зал и экспертно-криминалистическая лаборатория. Материально-техническая база университета постоянно обновляется. Занятия для студентов ведут опытные преподаватели. Мы придерживаемся классической формы обучения, лекции, семинары. Но, тем не менее, у нас есть и цифровые технологии, элементы дистанционного обучения. У нас есть хорошая электронно-библиотечная система. Кроме непосредственно обучения, студенты активно вовлекаются в научную работу, они пишут статьи, участвуют в конференциях научных. Павел Якимашев учится уже на третьем курсе юридического факультета. С детства мечтал стать прокурором, чтобы следить за соблюдением законов. Рассказывает, что знания, которые он получает в вузе, по-настоящему бесценны. Преподаватель пришел недавно, он был оперативным работником в прошлом. И он много примеров приводил из собственной жизни, очень интересных, скажем, которые происходили именно в этом городе. Мы его с удовольствием слушали и впитывали как губки знания, которые он нам преподавал. Студентам университета скучать некогда. Помимо учебы, много внимания уделяется внеучебной деятельности. Научные конференции, конкурсы, практика. Тверской филиал МГУ работает 29 лет. ВУЗ имеет государственную аккредитацию. Учебное учреждение регулярно проходит лицензирование Министерства образования Российской Федерации.